Суррогатное материнство? Ну, отлично. Чем мне портить фигуру, если ребенку может выносить другая? У меня тело, здоровье. У суррогатной мамочки деньги. Все довольны. Клиенты нашей клиники – влиятельные люди. Не мне вам говорить про ответственность за того, кто у вас внутри. Привет! А кто к мамочке домой приехал? Она реально с вами жить будет? Да, я так хочу, мне так спокойнее. Ключи от дома. Если вам что-то понадобится, все к вашим услугам. Приятного вечера. Смерть наступила в результате асфиксии. Секс был жесткий. Биоматериала нет. Заметал следы и знал. Не первый раз, похоже. Я соскучился. Я тоже. Может, ты мне пришлешь что-нибудь, чтобы мне легче скучалось? Ты точно семью ищешь? Или покушение готовишь? Я для тебя самого лучшего хотела. Мам, ты не спрашивала меня, чего я хочу. Проститутка стала. Смотри, она тварь еще та. Это игрушка для нее. Ты зачем в мою жизнь копаешься? Что это тебе даст? Я покупаю услугу, и я хочу знать, кто мне ее оказывает. Останови машину, я сказал. Пока он во мне, и я тебе не принадлежу. Ничего, я ее под себя прогну, будет делать, как я скажу. Это всего лишь контейнер. Мы платим, они рожают. Сашуня, ты? Да знаю, что ты. Я так скучал по тебе.